Коллеги, мы начинаем пресс-конференцию по окончанию матча Амурс-Латвилаев. Первым на ваши вопросы ответит тренер гостей. Сначала небольшой комментарий по игре. Спасибо. Good win for us. I think last time after 60 minutes, 2014. So I think it tells a lot how hard plays Khabarovsk is to play on, and there is a lot of things like a time difference, long travel. But I think we started well today, and first period was really good. Second one, too many penalties. That's why I think we had a hard times. Third one, good goal, first line, really good goal. And after that, we defended with the big heart. So I think that's the reason why we won today. But the opponent played well, really, really like a small rink, home ice for them. And they're playing really well here, so aggressive team. But 2-1, I think we can be satisfied. Thanks. Довольны мы тем, что сегодня набираем 2 очка. Для нас это был непростой матч, учитывая, что разница во времени есть, маленькая коробка, в отличие от нашей. Также не будем забывать, что Амур очень хорошо дома играет и очень агрессивная команда. Если даже вспомнить, как до этого, лишь в 2014 году, Салават побеждал здесь основное время. Поэтому здесь всегда непросто играть. И сегодняшний результат, наша победа, о многом говорит, что нам сегодня удалось сильного соперника на домашнем льду переиграть. Если говорить о игре, то в первом периоде мы хорошо начали, забили гол. В принципе, игру контролирую. Во втором периоде нас подвело большое количество удалений, и за них игра была уже у соперника. А в третьем, да, мы хорошо себя проявили, отличный гол забила наша первая пятерка, и я думаю, что, в принципе, сегодня мы заслуженно победили. Спасибо. Коллеги, вопросы, пожалуйста, не забывайте представлять. Здравствуйте. Азамат Шелуков, Медиакарсеть. Как всегда, Салават после игры с Акбарсом и Авангардом значительно медленнее, значительно менее агрессивно проводит следующие матчи. И сегодня такое тоже было. Почему? What about main reason why after games like Akbars and Avangard your team played not too aggressive in attack, too slowly? What's the reason? Hard to say why, because we want to play aggressive and fast, and maybe we were a little bit tired then. But like example today, I think like it wasn't easy game, and like I said before, there is also opponent who want to win the game, and if things always go like how we want, we win 60 games and we have a Kakarin Cup, but there is also opponent that, and they try to play against us. But if we play, not so aggressive and maybe a little bit slowly, but we still can win. I think it's a good thing. Я думаю, если говорить о положительных моментах, то даже если, несмотря на то, что мы сегодня играли не так агрессивно в атаке и немножко медленно, мы все-таки выиграли, это хорошо. Однако, да, может быть, сказывается где-то усталость. Сложно, конечно, ответить, что после таких матчей, как с Акбарсом и Авангардом, она присутствует. Но не стоит забывать, и я до этого уже об этом говорил, что против нас играет соперник, он тоже хочет выигрывать, тем более у нас в чемпионате 60 игр, все хотят выиграть Кубок Гагарина, поэтому здесь не стоит это со счетов списывать, и плюс Амур неплохая команда такая, которая хорошо играет дома. Есть у Салавата проблемы с мотивацией в матчах против команд вне восьмерки? What can you say about motivation against team like this, not top four, teams from bottom of the standing? I think we have a really good chance to be team at least number two of the regular season. So if there would be some problem with motivation, I think then it means that we have a big problem. Нет, не думаю, что у нас есть проблемы с мотивацией, потому что мы все еще хотим попасть в топ-2, завоевать эту вторую путевку, второе место в таблице, и поэтому если бы у нас были проблемы, это было бы очень плохо. Согласны, что Менцел сегодня лучший игрок матча, это первое, и последнее. Сыграет ли он послезавтра тоже с Амуром? Спасибо. Two questions about Menzel. First one, can you say he was the best one on the ice today? And second part of question, can he play
another game in Hobart. Yeah, he played well. But KHL, if you want to win, you always need a good goalie. You have played well today, and I don't know yet. We have a good goalie, so we have a chance to chase, or we can continue with the Juha. So I think tomorrow we will make this. Первая часть ответа. Мецел, да, сегодня себя хорошо проявил. Не стоит забывать, что в лиге тебе нужен сильный голкипер, чтобы одерживать победу в таких непростых матчах, тем более у нас их два. А что касается участия в втором матче в Хабаровске, то у нас есть возможность ротировать наших голкиперов, поэтому мы пока решение не приняли, посмотрим. Томми, да, здравствуйте. Чемпионат Компа, Анашев Павел. Я хотел спросить про Джеффа Плетта. Он в Екатеринбурге смотрелся как-то блекло, совсем потух там, и, в общем, играл слабо, и у вас он прямо преобразился в каждом матче, бегает, забивает, отдает. В чем секрет, и как вы раскрыли сильные качества этого хоккеиста, как вы с ним работаете? Спасибо. What was the secret of positive changing in Jeff Platt playing? Because in Екатеринбург he was like a shadow of himself, so what do you think? What was the secret of your work with Jeff Platt? I think there is no secrets. It's I think before Jeff came, Salavat July, we had a really good conversation with Jeff, and he knew before he came what Salavat July expect, how he needs to play, and he knew our system, and he was really like he was kind of right away committed to our team, and he wanted to play here, and I think there is no secrets. It's only hard work and good chemistry with the teammates and also whole team is. So I think he's satisfied his role here and he has ice time. And I think no secrets. It's only hard work. Я думаю, что здесь никаких секретов нет. Здесь только лишь упорный труд самого Джеффа и то, как хорошо он в команду влился в пятерку, как себя проявляет. До подписания Джеффа у нас был с ним разговор о том, какую мы хотим ему роль отвести, сколько игрового времени готовы ему давать, какая у нас система, и он очень был рад нашему разговору, так что мы очень хорошо друг друга поняли, и он с удовольствием сейчас проводит время на льду, помогает команде всеми своими силами, поэтому его игре мы довольны, но никаких секретов, конечно же, в работе таких специфических нет. Если вопросов больше нет, завершим. До свидания. Thank you. Теперь продолжаем. Сергей Александрович Светлов, главный тренер команды «Амур». Сергей Александрович, пожалуйста, ваша оценка матча. Добрый вечер. Наверное, буду сегодня коротко, наверное. Быстрая игра, хорошая, интересная. Я считаю, мы очень здорово играли сегодня. И хочется сказать комплимент противнику. Благодаря их вратарю они сегодня победили. Спасибо. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста. Да, Сергей Александрович, чемпионат Компа, Анашев Павел, вы сказали про вратаря, вот как раз у вас показалось, что сегодня Лангхаммер и в первом голе Плетта ошибся, и в голе Хартикайнена, то ли он там подскользнулся, то ли как-то спотыкнулся. Вы довольны сегодня игрой своего голкипера? Ну, сложно сейчас судить, ошибки бывают не без этого. Вот такие тяжелые матчи, вот игра вратаря очень важна. Вот, скажем, Мецол сегодня без ошибки сыграл, но у нас были небольшие. Да, конечно, не хочется концентрироваться на одном игроке, не буду винить никого. Команда проиграли все вместе. Были очень хорошие моменты, могли очень хорошо голы забивать. Очень хорошие были шансы. Да. Ну, видите, вот, мы не забили. Я считаю, что команда хорошо отыграла сегодняшний матч. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Если нет, благодарим Сергея Александровича. Спасибо, все хорошо. Ждем игроков слова от Иллайма. Петр, коллеги, продолжаем. Петр Хохряков ответит на наши вопросы. Петр, здравствуйте. Пожалуйста, ваша оценка матча. Ну, самое главное, что победили. Это самое главное. Я не знаю даже, что сказать еще. В Хабаровске всегда тяжело играть. Разница во времени, маленькая площадка. Амур бежит. Да, коллеги, если есть вопросы, давайте, пожалуйста. Здравствуйте. Азамат Шелуков, медиакрасеть. Вы сказали, что маленькая площадка. Тяжело ли Салавату, когда лед более узкий, чем Уфе? Да я бы не сказал, что тяжело, просто непривычно. Было бы здорово, если бы по всей лиге были бы размером площадки одного. Спасибо.
Какого? Ну, я вот не знаю, какого. Довольно тяжело Салават начал матч. Ну и концовка тоже была очень тяжелая. Как считаете, это Амур так хорошо настраивается или у Салавата какие-то проблемы с недонастроем на такого оппонента? В чем дело? Да я бы не сказал, что мы плохо начали. Амур просто тоже неплохо играет. Никакой недооценки нет абсолютно. Подготовка к Дальнему Востоку в плане физики как-то отличается от обычного выезда? Как себя ощущаете? Да, ощущаем нормально. В принципе, если живем по своему времени, то проблем никаких. Правда, что вторые игры на Дальнем Востоке ощущаются физически проще, чем первые, потому что, ну, там, акклиматизация, привыкать ко времени и так далее? Ну, вот это не знаю, не могу ответить. Первый раз так будем играть две подряд. По крайней мере, я. Окей. Можно назвать Мецулу сегодня лучшим игроком матча? Ну, конечно, да. Он лучший. У меня все. Спасибо. Спасибо. Коллеги, будут ли еще вопросы? Или исчерпывающие? Вопрос нет, благодарим. Спасибо. Генов, нападающий команды Амур, подведет итоги матча и ответит на ваш вопрос. Валентин, пожалуйста. Пожалуйста, ваша оценка матча. Проиграли матч. Но в конце, я считаю, были моменты, что мы могли забить. Но где-то удача не на нашей стороне была, и тяжело что-то говорить. Там у кого-то доступа нет. Есть ли вопросы, коллеги? Да, Валентин, что в начале матча случилось у команды с дисциплиной? Голубев два раза удалился, и почти первый весь период вы в меньшинстве отыграли. Да я не знаю, я думаю, просто стечение обстоятельств каких-то. Кто там плюшка застрянет, кто там блокировки какие-то, не знаю. Не буду вмешиваться в судейство. Было, значит, было. Есть еще вопросы? Если вопрос нет, позвольте поздравить тебя с 300 матчем. 300-м матчем в КХЛ. Немножко строили понять. А расскажи, что было в концовке встречи и почему сегодня все-таки не смогли пробить Мецулу, хотя нанесли 46 бросков. Ну, значит, хорошо сыграл, раз не смогли пробить его, и сами недостаточно активно шли на пятак. Да, в конце где-то имели шансы, но фортуна отвернулась, значит, мы недостаточно старались, чтобы повернуть ее в свою сторону. Она сегодня была у Уфы, у Мецулы. Будем исправляться в следующем матче. Как тут, как-то шайба, которая не была засчитана, повлияла на настроение? Говорили они в раздевалке или сразу кинули это из головы? Да нет, но в конце периода, да, не засчитали ее, но нам это дало импульс, что мы можем забить, да, и этот импульс перешел на второй период, мы второй период хорошо начали, активно пошли, там и большинство было, и много моментов было, считаю, что какой-то импульс нам это защитная шайба дала. Спасибо. На этом мы завершаем. Валентин, спасибо за ответы. Куда идти? Коллеги, всего доброго. На.